Сегежи будут отключать электричество по ночам. С 15 по 18 июля специалисты «Карелэнерго» занимаются установкой громоотводного троса на линиях электропередачи. С начала года компенсации стоимости проезда к месту отдыха воспользовались 4000 неработающих пенсионеров Карелии. Общая сумма финансовой помощи составила 22,5 миллиона рублей. Пилот из Петрозаводска Александр Вилаев стал бронзовым призером казанского этапа российской серии кольцевых гонок. Она проходит в статусе чемпионата и Кубка России. С 19 по 20 июля гости галереи промышленной истории в Петрозаводске попадут в Поморский музей виртуальной реальности. Быт и рыбацкие сказки народа переосмыслили в поп-культуре и техниках игрового дизайна. Посетители музея Кижи увидят матч по старинному русскому аналогу регби под названием «Кила». Игра пройдет 21 июля у дома Сергеева на южной оконечности заповедного острова. Барельеф Михаила Калинина, который хранился в фондах Петрозаводской галереи «Промышленная история», оказался недостающей частью по Венецкой стеллы. В ближайшее время экспонат вернется на положенное место.